Здравствуйте всем, уважаемые друзья. Ну что же, завершающая игра U19 юношеской футбольной лиги. Мастер Сатурн принимает ЦСКА. Как-то подостывают. Волович. Переход мяча, контратака. И побежал. Голыбен, Голыбен. Прострел от Голыбина. И с рикошетом залетает мяч в ворота. И чем-то он похож. Вот был этот мяч. Забитый. И ворота забивает Ренат Голыбин. 1-0. Впереди ЦСКА. И вперед на ход. На себя бросает удар. И как опасно сейчас Досматов. Выше ворот отправляет этот мяч. В ближний угол он отправлял свой удар. Зеркальная. Хорошо Картоев пробрасывает в 2 в 2 выход. Ну Картоев, что придумает Картоев? Ну что же ты не поделился-то? Ну как забегал там 20 номер Шамонин? Ну дай на ход и замкнул бы эту передачу. И сравняли бы счет. Не наступил он на голеностоп. Удар и спасение вратаря. Хорошо Рыжиков на выходе. Рыжиков вовремя среагировал. Еще отскок. Картоев убрал. По левому флангу проходит мастер Сатурн. Ну и завершать. Ну где же в подкате Волович? Волович, как же так-то в подкате? Кого не успевает. И направо переводит Атаманский. Волович. Кто придумает? Сам навешивает. Удар! И прям ровно в ручки Шамонин отправляет Рыжикову. Ну, тоже вратарю нужно правильную точку, позицию занять. Ну, здесь уже знать друг друга. Так что я уточнял, мячи возвращают. Ну и что же? Шамонин, штанга! Как же так? Вот это шанс. Пожалуйста, вот этот заброс. В одно касание. Вратарь на выходе. Вратарь сбивает. Моросит. Дождь. Сейчас в Егорьевске. Ах, и не достает сейчас. Хорошая передача. Вырезанная на Луку. И не хватило прям немного роста. Шестой угловой. Волович, подача. На подборе. Моложа. Удар! И гол забивает Кузин! Капитан Артем Кузин сравнивает счет сегодняшней встречи. Артем Кузин на 56-й минуте. Ну что, не доходит дело до удара. После... Подача, штрафной удар и спасение Рыжикова. Хорошо сложился сейчас Сергей. И отрыв в победах. Подача, удар и парирует этот мяч красиво Сергей Рыжиков. Угловой. Выполнил работы Сава Пономарев. Гол забивает в одно касание. Вот она, 2-1. В
Впереди мастер Сатурн. Вот так вот вышел Виктор Тарасов, заработал желтую карточку и забил мяч после углового отскока в дальний правый-левый угол. И что же завершается этот матч со счетом 2-1. Победу одерживает мастер Сатурн. Мастер Сатурн не одерживал победу над ЦСКА с 2021 года.